Надеюсь, вы умеете эффективно тратить свое время. Я не очень, поэтому 4,5 часа смотрела пресс-конференцию президента Российской Федерации Владимира Путина. Не буду лукавить, я ждала комментария главы государства по расследованию отравления Алексея Навального. И Путин говорил о нем пару раз, не упоминая, конечно, имени Алексея Навального, но мало ли что отвалится. Но помимо этого, мне пришлось узнать об очень многом другом. Живите теперь и вы с этим. Конечно, чаще всего президента спрашивали о тяжелом экономическом положении, о проблемах, связанных с коронавирусом. Вообще, это была чуть ли не главная тема на протяжении всех 4,5 часов. Что такое пандемия? Значит, мы выиграли это время. Начали быстро разворачивать и саму систему здравоохранения, и все, что связано с предупреждением пандемии. И не знали, будет ли когда-нибудь противоядие. И, наконец, вакцинация. Но были и исключения, которые немного оживляли это довольно тоскливое зрелище. Например, журналистка из Магнитогорска, где регулярно водит режим черного неба, из патриотических чувств объявила это туманом. Пусть меня растерзают многие жители наши, но мне кажется, многие принимают обычный туман, который связан сейчас. У нас сделали, резервуар отделили, что от комбината, где вот замкнутый оборотный цикл, и там не замерзает лед, и там очень теплая вода, поэтому очень часто туман. И люди смотрят с правого берега налево и считают, что это смог стоит. Ну, есть же еще и другие производства в городе, там птицефабрика, откуда может идти запах, на который часто пеняют. Но я не думаю, что так все критично, как любят преувеличивать в соцсетях. Ольга, мой вам совет: с такими талантами вам делать карьеру на федеральном эфире. Не возвращайтесь вы в свой туманный Магнитогорск. Казалось, шанс начать серьезный разговор был у Сергея Шнурова. Он вроде сначала смог, но потом не смог. Самый козырный вопрос про Навального я, скорее всего, оставлю своим коллегам. Я такой вот добрый буду. А так как канал у нас международный, вопрос мой будет следующим. Почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу? Они что, все уже эмигрировали в Силиконовую долину? И своих же не бросают, как вы любите говорить. На какую должность теперь может рассчитывать Трамп? И приютите ли вы его, если он попросит политического убежища, как Сноуден? Такой развернутый вопрос. Это было от канала, теперь лично от меня. Как простому русскому человеку, вот простому, обыкновенно, каких большинство, описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику? Ну, жаль, что могу сказать. Очень жаль. Хотя довольно скоро фамилия Навального все же прозвучала. Журналист Лайфа спросил про расследование о семье Путина и об отравлении Алексея Навального. Отличное начало. Нам пришлось потерпеть лишь 1 час 15 минут до первого нормального вопроса. Итак, про семью было коротко, не особо интересно. Это вбросы, происки врагов, всякое такое. Ну а Навальный, что тут скажешь? Кажется, Путин решил особо и не отпираться. Теперь, что касается, значит, этого пациента, значит, в берлинской клинике. Ну, я уже не говорил на этот счет неоднократно, могу только некоторые вещи повторить. Ну, я знаю, мне принес Песков, кстати, мне вчера только сказал о последних там измышлениях на этот счет по поводу там данных наших спецслужбистов и так далее. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае. Это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да, наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. И знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать ни свое место пребывания и так далее. Но если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что вот этот пациент берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Как же это прекрасно. Глава государства говорит прямым текстом о гражданине своей страны. Буквально следующее. Хотели бы убить — убили.
Вот это искренность. Ну и такое спокойное признание того, что западные спецслужбы в легкую раскрывают работу российских ФСБшников, ну это прям такое. Владимир Владимирович, вы уверены, что тут вообще есть чем гордиться? Пока все пытались понять, что это за ответ такой про отравление Навального, в эфире разворачивалась настоящая драма с попыткой выяснить, как, кто и за что травит в интернете журналиста, записавшего ролик про Новорязанскую ТЭЦ. Так и не разобравшись, Путин решил утешить журналиста, ну, как смог. Держитесь, мужайтесь. Ничего здесь такого необычного не происходит. Такова жизнь, борьба. Вон обо мне тоже всякую фигню пишут. Ну, что теперь сделать? К важной теме попытался вернуть это мероприятие Андрей Колесников из «Коммерсанта». Он высказался по делу Ивана Сафронова, в несколько замысловатой манере, но все же тему поднял. Кстати, для Путина это был отличный шанс исправить все те ошибки, которые он допустил, комментируя дело Сафронова на встрече с членами СПЧ. Помните, как Пескову потом пришлось разъяснять, что Путин оговорился, назвав Сафронова осужденным? Так вот, выяснилось, что домашнюю работу президент так и не сделал. Ну, или кое-кто, не будем говорить кто, был убедительнее, чем Дмитрий Песков, который точно должен был подготовить президента по теме преследования Ивана Сафронова. Теперь, что касается Сафронова. Из открытых источников он брал информацию или не из открытых, это следствие должно разобраться с этим. Ведь его судят не за его журналистскую деятельность. Андрей, в этом же весь цимус, весь смысл того, что происходит. Он же не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а за это его, значит, прищучили, хватают и сажают в тюрьму. Это же никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью. Связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника там, или советник Рогозина, когда он в правительстве работал и в Роскосмосе работал, не связано с журналистской деятельностью вообще. Как раз в это время шло рассмотрение апелляционной жалобы защиты Сафронова на очередное продление ареста, и решение, к сожалению, было принято не в пользу Ивана. Ну, а на пресс-конференции продолжалась какая-то своя жизнь, и вопросы становились все более и более удивительными, и я бы даже сказала, странными. Вот, например, журналистка Матч ТВ подняла по-настоящему волнующую россиян тему распространения видео с Артемом Дзюбой. А вы смотрели это видео, да? Знаете, Владимир Владимирович, я думаю, что в той или иной мере вся страна смотрела, а я не до конца досмотрела это видео, нет, вы знаете, но по первым кадрам было понятно, о чем идет речь. Нет, ну а что, разве не для этого существует пресс-конференция президента? Ладно, голос разума все же зазвучал. Ну, например, был вопрос про Фургала, и Путин там отметил тяжесть обвинения в его адрес, всякое такое. Дальше можете не смотреть. Ну и, наконец, слово дали представителю иностранного СМИ. Это, кстати, впервые такое, чтобы иностранным журналистам практически не давали задать вопросы. И я, в принципе, понимаю, почему. Вот Стив Розенберг из BBC получил возможность и задал отличный вопрос. Господин президент, все чаще звучит фраза «новая холодная война» по отношению к России и к Западу. И мы слышим, как регулярно Россия винит в этой напряженности внешней силой, да, вот, то Америку, то Великобританию, то НАТО. Но, находясь у власти 20 лет, вы не считаете, что вы несете хоть долю ответственности за плачевное состояние этих отношений, особенно на фоне действий России в последние годы, от аннексии Крыма до использования химического оружия на территории Великобритании в городе Солсбери? Или нет, или вот российские власти белые пушистые. И вот по поводу химоружия, вы читали доклад Bellingcat, который очень подробно и вот рассказывает и показывает, что за покушением на Алексея Навального стоит российское государство. Спасибо. Вот только ответ был, на удивление, путинский. То есть виноваты все вокруг, кроме нас, и вообще по сравнению с вами мы белые и пушистые, и это вы каждый раз начинаете первыми. При этом про отравление в Солсбери Путин так ничего и не сказал. Интересно, почему?
Ну, наверное, забыл. Всякое бывает. В общем, на этом острые вопросы закончились, практически не начавшись. Во всяком случае, в рамках самой пресс-конференции, потому что после нее прозвучало вполне себе сенсационное признание Дмитрия Пескова. Тут, что называется, без комментариев и только большое журналистское спасибо Антону Жилнову с телеканала «Дождь». Все-таки нужна ли проверка какая-то, приказ, чтобы проверили, кто эти люди, почему, собственно, идет слежка за Навальным? Ну, помните, я уже говорил, что я, собственно, про пациента больше не хочу давать комментариев, не буду. Это первое. А президент же сказал причину, почему за ним присматривают. А, прошу прощения, растущие уши специальных служб. Других странными? Ну, конечно, конечно. И мы тоже неоднократно говорили, вызывает много вопросов, разные высказывания с призывами о свержении власти там, и так далее. Что они его не уберегли от отравления? Это не ко мне. Ну, вы сами все слышали. Президент признал, что за его главным политическим оппонентом установлена слежка. И пресс-секретарь президента подтверждает, да-да, вы все правильно поняли. Просто давайте это зафиксируем, так как отныне мы с вами живем в новой реальности. Ура, товарищи! Ну как тут не поделиться самым эмоциональным моментом пресс-конференции? Почему вы считаете, что мы придурки? А вы как думаете? Обсудим в комментариях к этому ролику, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Увидимся!